Открутился. Удивительно. Но замечательно. Попробую ударным молотком. Вот так приходится практически либо отламывать, а потом буду высверливать, либо еще что-то. Не получилось ничего открутить, срубил, потом буду высверливать. И так многое себя ведет. Бак тоже пробитый в двух местах, бежит спереди и сзади. Бензин капает. Петли откручивал, три открутилось, а четвертая закусила, при том оба болта. И не одна, и не вторая. А три петли открутил нормально. Болгарка в помощь.
Эти поставим новые гайки. Подушки снял, спинки снял, полозья, где были болты, открутил, а где винты, не могу прокручивать, отвертка срывается, гайки подзакисли, поэтому я их беру и высверливаю. Поменял сверло на шестерку. Вот таким образом получается, я их не откручиваю, я их высверливаю, эти полозья. Снимается дальше. Также рычаг переключения передач я тоже ослабил здесь. Он вот таким хомутом зажимается, половинится. Снимаю верхнюю часть.
для чего это делаем. Мы сейчас снимем вот эту консоль, потом снимем переднюю часть, это по отдельности все разбирается, чтобы потом нам снять короб под сиденье. На ту сторону перейду. Ну а теперь уже и можно вот этот короб аккуратненько целиком снимать. Здесь на рычаге вот еще открутил пыльничек. Вот такой вот. Ну и все, у нас остается только задний короб большой и вот эта панель. Сейчас сниму руль, панель, откину проводку, педали и уже откручу. Она крепится здесь с двух сторон снизу.